Здравствуйте, коллеги. Это ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую компанию представляете. Доброго дня. Меня зовут Александр. Компания «Традиции вкуса». Являемся производителем солено-квашеной продукции. Рад всех вас приветствовать здесь. Расскажите, вы первый раз на нашей выставке или уже посещали? Как участник, мы непосредственно первый раз именно представляем нашу компанию как стенд и продукцию. Как посетитель, я стараюсь ежегодно посещать ProDexpo, потому что считаю это очень хорошей площадкой для новых знакомств, для общения с людьми, для поиска новых поставщиков, партнеров. Поэтому стараюсь не пропускать такие события. Как выставка в этом году проходит для вас? Вы уже наметили каких-то партнеров, поставщиков? И чего вы ждете от выставки, чтобы ваша продукция была более широко размещена для покупателей? Или вы находите какие-то вот бизнес-партнеров здесь? Вы знаете, сегодня только второй день выставки, поэтому еще я считаю, что основная часть впереди, поскольку еще среда, четверг, пятница. По итогу второго дня могу сказать, что очень продуктивно, очень много людей новых, компаний новых интересуются продуктом. Также очень много поступает предложений о сотрудничестве, ну, в качестве упаковки, сырья различных, других материалов. Поэтому только все пока положительно и очень здорово проходит. Тогда расскажите, где компания, где у вас производство? Производство наше находится в городе Солнечногорск, Московской области, 25 тысяч квадратных метров. Полностью цикл производства замкнут у нас непосредственно, ну, назовем это базой, я так это называю. Вот, поэтому мы регулярно проводим дни открытых дверей на нашем производстве. Вот ближайший вот буквально будет 23 апреля. Мы наших партнеров, поставщиков приглашаем, знакомим их с производством, знакомим их с нашими технологами, с нашим продуктом. Вот, поэтому все, кто хочет, можете, пожалуйста, 23 числа. Будем рады видеть. Будем просто рады видеть. Расскажите про ассортимент, расскажите, может, какая-то специальная рецептура есть, какая-то производство, или вы как раз стараетесь сохранить вкус, тот, который помнят люди с детства, чтобы не менять как раз ничего там? Ну, можно пошутить, что у нас производство это 125 бабушек, которые квасят капусту, но не будем. Конечно, сырье используем только натуральное, стараемся минимум консервантов, минимум всего добавлять, потому что сейчас идет тенденция к, ну, так сказать, к здоровому продукту, к более натуральному продукту. Поэтому мы стараемся соответствовать этой тенденции и стараемся, и как бы все получается. Спасибо большое за общение и надеюсь до встречи в качестве участника и на следующей выставке в следующем году, где вы представите еще больше свой ассортимент и, надеюсь, уже покорите сердца покупателей огромным выбором ассортимента подарков. Конечно, спасибо большое. Стенд 1F28 у нас, будем всех рады видеть. Сергей, ну а вы становитесь счастливым обладателем двух... Автомобиль! Ну нет, ну просто капуста. Спасибо огромное. Спасибо, Иван.